Вопросы господдержки, законодательного и научного обеспечения, а также инвестиционные проекты в сфере рыбоводства стали сегодня главными на всероссийском совещании по аквакультуре. Оно проходит в Донской столице. Как разрабатывают единую стратегию интенсивного развития рыбного хозяйства страны, расскажет Анжелика Гаджиева. Взрослому человеку, согласно исследованиям Института питания Академии медицинских наук России, в среднем необходимо съедать в год около 24 килограммов рыбы. Но этот показатель для большинства россиян сегодня является заоблачным. На Всероссийский форум в Ростов-на-Дону приехали специалисты рыбохозяйственных предприятий со всей страны, чтобы сообща определить, как же будет развиваться товарная аквакультура в ближайшие 13 лет. Свою продукцию, научные разработки на информационных стендах демонстрируют представители как научных институтов, так и рыбохозяйственных центров России. Местом проведения мероприятия Ростов-на-Дону выбран не случайно. Наш регион – лидер по производству товарной аквакультуры. И по мнению заместителя министра сельского хозяйства, руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, всем регионам-участникам есть чему поучиться на Донской земле. У нас есть положительная динамика по росту производства. Ростов здесь не отстает, и здесь есть тоже положительные результаты. Вводятся в строй новые прудовые хозяйства, появляется индустриальная аквакультура. Все это очень важно, и, конечно, вот тот рост, который мы показываем за последний год, и мы, динамика пока положительная сохраняется и в 2017 году. Объем производства товарной рыбы на Дону в 2016 составил 20,5 тысяч тонн. Специалисты уверены, увеличив объем продукции, можно снизить цены на внутреннем рынке. Участники Всероссийского совещания также говорят о наболевшем, о нехватке отечественных качественных кормов. Сегодня они используют в основном импортные биокорма, но они очень дорогие. Специалисты говорят, для производства кормов для животных необходима костная мука из рыб. Это дополнительный стимул для развития рыбной отрасли. Производство рыбной муки, которую можно использовать в кормах для животных, и в том числе у нас сегодня по импортному замещению, в этом году даже будет запущен в строй завод компании «Марс» по производству кошачьих кормов. А еще, говорит Виктор Гончаров, Дон сегодня вне конкуренции по аквакультуре. Регион доминирует на рынке. Вот только соотношение цен на мясную и рыбную продукцию пока не в пользу аквакультуры. Но подобная ситуация, по словам участников форума, присуща, увы, многим регионам страны. Анжелика Гаджиева, Олег Очкинаев, Вести Дон.